Мы находимся на площади Октября. Здесь, да и не только здесь, а по всему городу, дорожная служба города «Автодорстрой» ведет свои работы, а значит, чистит наш город, очищает тротуары от снега и делает наш город краше. А во сколько начинается утро рабочего дорожной службы «Автодорстрой», расскажет Сергей Леонтьевич Кудрявцев. Доброе утро! Здравствуйте! Сергей Леонтьевич, ну расскажите, во сколько вы просыпаетесь? Мы, ну, просыпаемся, когда как, в 5, ну, на работе мы уже в 6 часов. С 6 и до скольки? До 2 часов. 2 часов дня, не ночи? Дня. Ну, расскажите, чем, вообще, в чем заключается ваша работа? Ну, наша работа заключается сейчас вот в уборке снега, уборка мусора, очищаем ступеньки, тротуары вот очищаем от снега. Ну, где кто мусорит, тоже убираем мусор. А ваш участок где? Покажите территориально. У нас участок вот, подземка, крыши в подземке убираем. Вот, ну, как-то так. Чтобы вы понимали, всего на содержании дорожной службы города больше 700, почти 700 квадратных метров только тротуаров. И все эти тротуары чистят вот такие вот замечательные люди, как Сергей Леонтьевич. Расскажите, как давно вы работаете в дорожной службе города? Я точно уже не знаю, но 3-4 года уже работаю. Как вы сюда пришли? Ну, по объявлению пришел, приняли, вот работаю. Вот вы такие рабочие, которые делаете наш город все-таки чище. У вас есть прямо сейчас какая-то возможность обратиться к жителям края? Чтоб не мусорили, ну и ходили аккуратнее, все равно снег, ну вот, что-то. Ну и в основном, чтоб не болели. Да. Потому что весна покажет, кто где мусорил. Ведите себя прилично, дорогие барнаульцы и гости краевой столицы. Ну и заключительный вопрос. Сергей Леонтьевич, ваш секрет бодрости, как вы не заспаете? Ну, трудно заснуть на рабочем месте, конечно, на улице, но как вы бодритесь по утрам? Ваш утренний ритуал, давайте. У меня это, например, чашечка кофе, а у вас? Ну, нет, я кофе не пью утром, после обеда кофе пью. Ну, работа прежде всего, и работаем. Вот приходим сразу бодро, беремся за снег, убираемся, все. Ну, так где-то. Морозное, бодрящее утро. Спасибо вам большое. Спасибо вам за вашу работу. Поздравляем вас с наступающим Новым годом.